Ребят, всем привет. Утро. Пришла зима. Елена Николаевна, какое собралась? На рыбалку. Вот так вот у нас возле дома. Снежно. Леди тут гуляет. Домик наш. Машинка греется. Там дальше кум стоит. Все, все собрано. Сейчас едем в гараж, загружаем двигатель, собираем снасти и выдвигаемся на воду. Сегодня мы порыбачим. Лен, стартуем? Да. Тебя нагрузили? Да, я легче себе. Подсадь удочку. Я самая основная. Димон, он там уже в гору шуруется с мотором. На водопело. Стартуем? Да. Идем во льдах. Ломаем лед. Пол восьмого утра. Выходим на точку. Ну что, Дмитрий Грей? Прибыли? Собираем спину немощно. С Настей собираем. Можно было бы. Это мы не близко к этому. Обстановка такая. Рыбаков много. Рыбаков много, лед стал. Да. Инка разбирается. Сейчас разберемся. Как настрой? Настрой на победу. Победа, только победа. Елена Николаевна, как настрой? Боевой. А у кума? Еще боевей. Что это за спиннинг? Сиера. Кто-то там с двойкой. Сиера Матома. Матома с нами сегодня. Ну что, первый заброс сделать? Ну давай. Еще. Все? Угу. Выбирай какую ты хочешь. Все, арсенала. Вот, данная такое. Давай завтра сделаем. Чирявую поставим тебе. Кучерявый. Билайн. О, какой. Ну, давай. Куда ты будешь кидать-то? Фу-фу-фу. Что-то клюнуло? Не, говорю, приманочка какая-то. Новогоднюю подарок. Сейчас на нее хапнет. Сом. Рыбачки на берегу ловят, кидают. Лен, рыба?
торопись. Ну, маленькая, наверное. Не торопись, чё там? Щука, брат? Наверное. О, щука! Щука попалась. Попалась. Не торопись, не торопись. Давай, сюда, выпнемся ко мне, сюда, под воде. О, держи. Вот. Ну, над всё. Лодку только. Все? Ага. Рыба будет. Видишь, новичкам везет. Ну. О, нет, я попалась с мужчиной. Ну тяни лень. Что делать? Ну тяни сюда. Нет, ну надо же как-то расцепить. Ну вытягивай. Давай сюда вытянем. Подтягивай. Он не идет. Ага. Вытягивай. Выпусти. Большой выпусти. Я не буду тогда в ту сторону кидать. Тяни, тяни. Лен, тяни. Вот убежит. Ослабил? Так вот она. Она уже возле нас. Вот она уже возле лодки, открой дужку. А у него не... Или у тебя лески не хватает? Да, да. Ёб твою мать. Отпускала? Отпускай. Димон тянет. Да, да, да. Блин, бери спиннинг. Потянет. Фрикциончик, если что, подослать. Денчик. Сачу. Здесь. Давить начал. Давай, давай. Покажись. Хорошая рыбка. Не маленькая. Работает. Отцепи фрикциончик. Отслабь. Отслабь, отслабь. Во. Ага. Ага. Давай, давай сюда ее. Давай, подводи. Держится за ус. Все в домике. Держи. Не знаю. Я так попробую, Дим. Вроде держится. Все. Доигрался. Нет. Хорош, полторашечка. Да. Че ты выматываешь? Здесь еще можно тянуть. Хочу перебрось. Перебрось. Надо было подсак. То мы так рыбу не наловим.
за самый краешек схватил. О, да. Это уже посерьезнее. Димон, сейчас подсак нужен будет. О, понял, что? А Дима, он хорошо сидит. Точно? Ой, дал. Бачок какой. Красивенький. А? Сегодня мы там упаковываем рыбулю. Да, Лен? Угу. Давай, давай, соберись. Структурниками. Я говорю, плавают тут всякие со структурниками, под боком проходит. Видите, люди стоят, ловят. Что лазишь здесь? Я без структурника здесь все знаю. Плавает он здесь. 5 метров проплыл, погоди. От лодки. Без вас все понятно здесь. Надо, мы знаем. О, намотал уже, плывет в своем экране, глаза держит. Ну они это как они, цветные что ли? Ну, цветной принтер есть в ГБУ. У Димы красивый. Да, такой тоненький. Да, да. Так оно и есть. Ну, не пись. Не пись. Он там трепыхается. Не торопись, рыба хорошая. Стой, фрика, стой. Давай, давай. Да кто-то был задев какой-то, может побели. Пониже чуть-чуть удочку. Ой. А, тут? Не знаю. Не, вроде тут еще. Да, тут. Давай, приподнимай чуть-чуть. Не торопись, не торопись. Что делать? Отпустить леску? Да.
тоже хорошо. Класс. Правда, одним усиком. Тащу. Да нет, так важно, небольшая. Окунь вообще. Твой окунь такой, Димон. Окунь мордатый. Нужен подсак будет, Димон. Рыбка хорошая. Подвисла. Башкой трясет. Лен, убери спиннинг в сторону. О, нет, хорошая. Ты что-то это на расслабоне, братан. Давай потерпим. Хорошо. Хорошечно. Так, подожди. Теперь покажу рыбу. Ну такая же, как у тебя, Лен. Вон такая же. Все, Димоныч, забирай. Ты ее в воду забросил? Я ее там и оставлю. Трепыхаться. Ну, у нас есть искрогаситель. Да. Тоже Ну я как торпеду, она прям за самую лепездру. Давай, Лен, подсачивай. Желтая, сюда. Чая попил, теперь все можно? Так уже. О. Смотри, я сел сюда. Жаркое. Конечно. Отпускай. Димки сегодня на судаков прям реально идет. Дружбана сейчас пригласит своего. Такого большого. Ну да. Черноспинного. Такого судачка обкил на 7. Порочь. Почисть колечки, Лен. Офигенно. Офигенно, прямо под лодкой. Угу. Такой удар. Хорошо. Под лодкой стоят небольшие. И самое главное, это все заснял. На камеру? Да. До последнего вел такой прям бум. Такой прям бум. Дяди Вова с нами нет на рыбалке, но он с нами. Вот он, дядя Вова. Дядя Вова на работу. А это вот Роман Витальевич отлил. Ну, в смысле грузик, в хорошем смысле слова. А это дядя Вова смастерил. Дяди Вова с нами нет, но рыба есть. Это я тебе на... Я так хотел тебя спросить, а что, это работает? Работает, конечно. Что,
Что, хорошо идет, да, Лен? Прилечь сейчас. Ага. Бьется там. Подожди. Давай. Давай, 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 подводи. Димон, тоже тянешь, что ли? Вы что, вообще, что ли? Я вам что тут? Помощник, что ли? Не торопись. Есть. Успел? Да. Димон опять. Это он. Того же самого. Подержу тогда шнур. Заказывай не 7 килограммового, заказывай 10. Паркует в очередной раз. Димон, ты что там? Опять судака оттуда тянешь? Не, похоже на щуку. Сейчас увидим. Щуреныш, да. Ну что, надо сачок? Да не, он... Подожди, ты не вижу ничего. Куда ты будешь уводить? Куда пойдет? Снимаешь ли? Я снимаю, но рыбы пока не видно. Димон, с этой стороны идет. Да-да, я уже готов. Спиннинг в дугу. Так, как ее заводить будет? Хвоста? Да. Давай, давай. Ать моя. Ох, слава тебе, Господи. Все, ну все. В домике. Супер. На, сачок, блин. Подожди, подожди. Прям крупной вот рукой подвиг. Доволен? Теперь да. Теперь мой шанс. Для шанс финаль. Кури бамбук. Теперь я буду ловить.